там где-то еще один. Но, видимо, его не видно. What?
А. Здесь нету. Надо идти. Запуском планера откройте ворота шлюза. Это закрытая зона. Внимание! Открываются ворота второго шлюза. Давай быстрее. Слушайте, попробую все объяснить на пальцах. Этот новый парень нам здорово помог. Теперь у них не будет ни оружия, ни подкреплений. Разведка докладывает, что страж Крона отступает в район Альфа. Ну так мы последуем за ним. Тут и думать нечего. Наверняка Крон уже укрепил периметр. Итак, мы свалимся на них, как гром с ясного неба. Для этого нам нужен дирижабль. Придется его позаимствовать в ангаре, который мы, кстати, штурмуем. Хотим
посмотреть на тебя заработает, сынок. Крон сообщил в департамент, что испытания Альфы отстают от графика. Но записи этому противоречат. Оружие. Черт, нету оружия. Так. Нету ничего. Они внутри! Так. Надо перебегать. Ай, блин, быстрее. Yeah.
Быстрее! Пицца. Опа, здесь могут подстрелить. Да, перебираться. Долго мы тут не продержимся. Нам нужен! Быстрее! Так, иди здесь. Пошел, беги, беги! Вот он здесь где-то прятался. Эй, солдат! Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Все, можно идти. Быстрее, да долго мы тут не продержимся. Че? Давай, беги быстрее. Источник угрозы, а там вон эти были мины. Так, как здесь открыть-то? Опа!
мины. Опа. Похоже, с охраной ворот покончено. Сейчас мы закрепим успех, а ты придумай, как открыть ворота. Хорошо. Обнаружен электрический источник угрозы. Прошел. Так, сколько зарядить надо оружие?
отойди от путей. Начинается транспортировка.